Приветствую вас! Сегодня мы с вами будем рисовать чайный сервиз. Сначала мы будем рисовать чайник. Намечаем, какой он у нас будет высоты. Вот отсюда будет идти и до сюда. Вот мы отметили чайный сервиз, уточенный и изысканный объект для натюрморта. Нарисуйте два горизонтальных овала. Вот рисую первый овал. Следите за симметрией контура. Далее вот здесь вот мы рисуем форму, начинаем рисовать. И вот здесь мы нарисуем тоже вот. Изменяйте и перемещайте предметы так, как вам хочется. Главное, чтобы получилась красивая композиция. Ребята, я вам неправильно сказала, сейчас мы рисуем не чайник, а кофейник. Кофейник стоит боком, и его ручка видна целиком. Это мы рисуем сейчас мою ручку кофейника. Теперь мы рисуем чайник, выставлю вот отсюда и до сюда. Рисуем овал вот здесь вот такой. И вот здесь мы также рисуем овал. Проведите линию через центр носика, повторяя круглую поверхность чайника. Здесь мы рисуем вот такой овал. Начинаем рисовать носик чайника. Теперь будем рисовать ручку. Чайник повернут в 3/4, поэтому ручка частично скрыта от глаз. Нам
рисовать кружку. Вот у нас отсюда и до сюда. Кружка будет идти на кофейник. Форму кружки. Такие вот края. Ребята, подписываемся, не забываем. Нажимаем на колокольчик. Мне очень приятно, когда вы подписываетесь. Спасибо за то, что вы подписываетесь на меня. Начинаем рисовать саму ручку. Она у нас будет идти вот отсюда. Ручка у нас будет такая необычная, не круглая, а квадратной формы. Вот ручка. Такая вот. Нарисуем чашку, намечаем высоту, вот идти отсюда до сюда и начинаем рисовать. Перерисуем блюдце. Рисуем ручку. Рядом рисуем еще одну кружку. Высота вот отсюда до сюда. Там мы стираем все нужные линии. И будем разукрашивать, когда нарисуем. Теперь рисуем здесь ручку, рисуем. Стираем вот эти все ненужные линии. Вот этой стороны. Вот. Здесь мы рисуем ложку. И еще осталось нам нарисовать сахарницу. У нас вот отсюда, вот сюда и до сюда. Рисуем овал. Вот.
Видите, у нас еще сверху будет сахар лежать. Стираем все ненужные линии, и сейчас я вам покажу, как получилось. Вот такой у нас получился натюрморт, чайный сервиз. Сейчас будем его закрашивать, ребят. Подписываемся. Чайный сервиз у меня будет зеленого цвета. Несмотря на то, что предметы находят один на другой, мы видим их отдельные детали. Сейчас мы начинаем разукрашивать. Легкая штриховка помогает передать округлую форму предметов. Меняя глубинный тон, вы сделаете рисунок объемнее и интереснее. У всех предметов падающие тени должны быть направлены в одну сторону от источника света. Подсказка про освещение. Если предмет лежит на поверхности, он соприкасается с собственной тенью. Если же объект приподнят, как край блюдца, между ними и тенью должен быть промежуток.